Обними Фатю сильно-сильно. Ее любимое занятие. Ну иди. Подожди, я скажу девочку, которая написала этот комментарий. Ангелина, спасибо тебе за этот комментарий. Иди ко мне, детка. Ты моя Фалёся, ты моя Слёдька. На самом деле, когда мы прикалываемся друг на друга, не думайте, что мы издеваемся, как-то пытаемся унизить друг друга. Вот когда я ее называю лохушкой, ей даже нравится, правильно? Кайфует. Лохушка. Чокнутая, правда? Можно я начну, пожалуйста? Это райский запах. Ой, как же это аромат. Как они прикольно пахнет. Всем привет, мои хорошие. С вами Майка Эмили и... уже кушающая Асклатима. И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео. Сегодня опять у нас будет мукбанг. Мы будем кушать... как эта штука называлась? Попкорн. Да, попкорн. Сладкий попкорн разных видов. Здесь у нас 4 ведра. Вот таких вот. Как вы думаете, сможем мы это все съесть или нет? Останавливайте видео и делайте свои ставки. Аск Фатиму я не могу остановить, это просто нереально. Я пыталась установить камеру, и в этот момент ее руки вот так вот. Мне нравится этот аромат. Присоединяйся ко мне. Это с клубничкой. Это клубничка. Обалдеть. Он больше листит. Нас убьют. Давай откроем все. Это классический с карамелью. Мы приготовили чай. Это апельсиновый стробер. У меня всегда чай вот такой вот ведром. У меня тоже ведро. Также мы будем отвечать на вопросы, которые вы нам задавали в Инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, ссылка будет в инфобоксе. Если хотите, чтобы в следующем видео ваш комментарий прозвучал, ваш вопрос прозвучал. Какое ваше любимое блюдо? Что ты любишь? Моё? Это очень сложный вопрос, потому что у меня их много. Одно из любимых блюд – это бабушкин плов. Потом люблю пасту в белом соусе с морепродуктами. Люблю суши, люблю пиццу. Горячие роллы. Да. Я могу продолжать бесконечно, мне кажется. Почему вы не снимаете АСМР? Мы снимаем почти АСМР. На самом деле для АСМР нужен специальный микрофон, которого у нас, к сожалению, нет. И мы не знаем, где его можно купить. Кстати, если вы знаете, то пишите в комментариях. Кто-то нам написал, что не нужен вам такой чувствительный микрофон, потому что у нас... уши оглохнут от шелеста коробок ваших. И так тоже нормально. Кстати, люди некоторые пишут, что наоборот не снимаете. АСМР. Кто-то говорит, что снимаете. Мы планируем открыть в будущем отдельный канал для АСМР. На английском языке? АСМР. В общем, короче, это аббревиатура, здесь нет ошибки, так что АСМР пусть. А как это аббревиатура читается? АСМР. Вот эти оранжевые, они обалденные. Следующий вопрос. Ругаетесь ли вы из-за мелочей? Нет. Мы иногда все-таки ругаемся, но очень редко. Ругаться, это бывает. Ругаться и спорить – это разные вещи, мне кажется. Ладно. Когда мы ругаемся? Ну, где-то в год один раз, мне кажется, мы ругаемся. Да. Последний раз я на нее обиделась. Я уехала в Россию, она не спросила. Я ей сказала, когда будешь там, напиши. Она ничего не написала. Я думала, она еще вообще в Баку. Да. В общем, мы не поняли. И у меня еще были немножко проблемы со здоровьем. Мне стало обидно, что Фатя не спросила, как у меня дела. Да. В общем. Я, конечно, себя не оправдываю. Можно было поинтересоваться. Но опять-таки я ждала от нее известий, потому что последнее, что я ей сказала, что когда доедешь, напиши, или когда будет известна дата отъезда, напиши, что-то вроде такого. А она так и ничего не сказала. И к тому же в тот момент я меняла работу, я в один день вышла на две работы. И даже у моей подруги в этот день был день рождения, это было как раз тот период, я даже забыла ее поздравить. Но она не обиделась, а с ней я дружила всю жизнь.
Я забыла ее поздравить с днем рождения впервые в жизни, но она не обиделась. А я обиделась. Вообще, мы раньше общались не настолько тесно, как сейчас, согласись. Сейчас, если нету 2-3 часа сообщения с Пати, я уже бью тревогу, что случилось, почему она мне не пишет. Вдруг смотрю, не, все-таки написала. Детка, как ты? Я тоже, для меня эти наши выходные, съемочные выходные, это просто радость. Я только жду, чтобы неделя скорее закончилась, и мы с Айкой встретились и сняли. Это будет очень весело, интересно, я расслаблялась. Сколько денег вы максимум тратили на одежду? Ну, я могу из недавнего сказать. Я потратила 500 манат на одежду. Это где-то, ну, сколько рублей? Я напишу вам в рублях. Потратила 500 манат за раз, наверное. Но я не всегда так делаю, честно. Это был единичный случай. Далее. Фати никогда не будет. Фати будет. На самом деле вы неправильно поняли мою историю. Я и в видео это сказала, но я вижу, что и дальше вот идут вот эти вот сообщения. То есть Фати будет в моих видео, просто вместо нее время от времени будет еще другая девочка. На самом деле я уже боюсь о принятом своем решении, то есть правильно ли я сделала или нет, потому что столько негатива в комментариях, что люди не хотят воспринимать эту новую девочку, хотя она даже не появилась в кадре. Ребята, бедная. Я вам скажу, это неправильно. Мне, конечно, очень приятно, что вы меня любите, что вы хотите меня поддержать и хотите видеть видео со мной. Наверное, правильнее сказать, чем поддержать, потому что поддерживать меня не в чем. Я ни с кем не ссорилась, никто меня не выгоняет с канала. Просто нужно разнообразить контент. Я тоже планирую снять видео с кем-нибудь другим. Может быть, это будет одно видео. Может быть, будет пару видео. Я еще не знаю. У меня даже была идея снять одно видео с мамой. Но это совершенно не значит, что мы не будем снимать вместе. Мы будем снимать вместе, поэтому не стоит из-за этого расстраиваться и кого-то хейтить. Да. Надеюсь, мы друг друга поняли. Сколько вы весите? Мы, кстати, только что взвесились, говорим. 55 килограмм. Я 54. А что мои брюки 1 килограмм весят? Мои тоже. Ладно. Здесь разные вкусы. Вы лучшие подруги? Да. Здесь подруга ближе, чем я. Все. В данный момент я больше общаюсь с тобой. Но у меня есть подруги, с которыми я дружу раньше, чем с тобой. Это не значит, что они мне менее близкие. И я их меньше люблю. Просто так получилось. Но я вас всех люблю одинаково. Хочешь переехать в Россию? Нет. Я тоже нет. Я люблю свою родину. Вы замужем? Ответьте, пожалуйста. Нет. Вы замужем? Мы похожи на замужних. Там сзади медвежонок. Какой замуж? Мы еще слишком молоды, нам рано, мы не созрели. Мы не готовы. Я не знаю, как ты, я точно не готова. Все здесь хотят влоги. Мы в эту субботу должны были снимать влог. Не получилось. Во-первых, был сильный ветер. Мы планировали еще сделать фотографии, но у нас вряд ли что-то получилось с таким ветром. Мы еще собирались с распущенными волосами пойти. Это был бы трэш. И еще к тому же я пыталась сделать себе локоны плойкой. Обожгла руку. Я была сонная, и я схватила плойку прям вот так вот, голой рукой, горячую плойку. Потом я намазала пантенол на руку и гель с экстрактом алоэ вера, и на удивление все прошло. Я думала, что уже все, пол кожи с руки сойдет, но, к счастью, все обошлось. Это не так уж просто, как кажется, если так скажем. Очень сладко. Очень сладко. Вкусно, мне нравится. Если бы у вас были дети, как бы вы их назвали? Я пока что жалею. Я хотела назвать свою дочку Сара. Но сейчас я не знаю. Я бы хотела дочь однозначно. Пока что вообще не задумываюсь о детях. И я не представляю, что у меня есть ребенок. Для меня я – это ребенок. Я тоже, если честно, я очень люблю детей, но я чувствую, что они готовы все еще. Хотя очень хотелось бы иметь своего ребенка в то же время. Мне бы пока что не хотелось. Я еще хочу
пожить в своей розовой комнате, хочу чувствовать этот запах свободы. Как говорят, я хочу покупать киндерсы при себе, а не ребенка. Вот, я хочу покупать себе шоколадки и есть сама. Все-таки ребенок — это ответственность. Да. Если даже я бы создала бы семью, я уверена, что сразу детей заводить я точно бы не стала. 3 года нужно пожить для себя, я считаю так. Сколько лет дружите? Мы дружим 1,5 года. Да. Мне кажется, уже больше. Да, 1,5. Мы дружим с января прошлого года. Это делает 1,5 года ровно, да. Но у меня такое ощущение, что я ее знаю всю жизнь. Да, у меня давно такое ощущение. Мы сразу стали очень близкими. Прям с первого дня мы столько переписывали. Столько общали, да. Сразу перешли на WhatsApp. Общее дело. Ой, как сближает. Да, общие интересы. Обними Фати сильно-сильно. Ее любимое занятие. Ну иди. Подожди, подожди, я скажу девочку, которая написала этот комментарий. Ангелина, спасибо тебе за этот комментарий. Иди ко мне, детка. Ты моя Фалёся, ты моя Слёдька. Она мне как сестрёнка. Я часто ее обнимаю. Она мне как сестренка. Семью не выбираю, да? Да. Что делать? В семье не без рода, да. На самом деле, когда мы прикалываемся друг на друга, не думайте, что мы издеваемся, как-то пытаемся унизить друг друга. Вот когда я ее называю лохушкой, ей даже нравится, правильно? Кайфует. Лохушка. Чокнутая, правда? С кем я дружу вообще? Я пытаюсь хотя бы одно ведро закончить. Очень трудно. Я буду быстрее. Вместится ли мне? Алло. Ладно. У нас сегодня полный рот попкорна. Мне еще читать вопросы такие. Давай я почитаю. Самое незабываемое, что происходило с вами. Недавно мы съели косметику. Видео у меня на канале. Кстати, обязательно подписывайтесь на канал Аскфатимы. Ссылку будет в инфобоксе, в комментариях. Да и в рекомендованных уже вышли видео с ней. Ровно ли у вас зубы, носили ли вы брекеты? One love брекеты. Я и она. Причем ее улыбка мне нравится намного больше, чем моя. Потому что у меня был зубной врач, у которого руки растут не из того места. Кстати, он живет поблизости. Точнее, работает. Я носила брекеты. Сколько ты носила брекеты? 2 года. Ну, на самом деле, должна была, по-моему, носить меньше. Но так как я редко ходила к врачу на подтяжку, так и получилось, что все это затянулось. Потому что я там... А сколько? Училась, я уже не помню, если честно, это было так давно. У меня просто один зуб рос сверху, клык, который справа от меня. Он рос выше, чем надо, и из-за этого пришлось носить брекет. Если бы вы жили не в Азербайджане, где бы вы хотели жить? В Лос-Анджелесе. Я тут, кстати, наша знакомая мне рассказала такую историю. Она была в Индии, и там очень много, она говорит, русских, которые в Москве сдают квартиру за 30-40 тысяч, да, российских рублей сдают квартиру, и родственники им просто эти денежки отсылают в Индию. И в Индии они живут как миллионеры, понимаете? Вот так вот живут, понимаете? И тут в моей голове появилась идея. Поехали жить в Индию. Я предлагаю, когда мы состаримся, поехать в Индию, купить здесь квартиру, сдавать ее, и в Индии ничем не заниматься, просто целый день тусоваться. Я не могу так. Ой, какая идея хорошая, понравилась мне. О какой машине мечтаешь?
Я бы не сказала, что у меня в мечтах есть машина. То есть для меня это не мечта. У меня, например, есть знакомая, которая спит и видит, когда сядет за руль. У нас такого нету. У меня другие мечты, более глобальные. Намного дороже, чем машина. Хочу самолет, яхту. Я тоже хочу самолет. Это шутки. Да. Что вы выберете, кроссовки или туфли? Раньше я ответила бы туфли, но сейчас я отвечу кроссовки. Я подсела на кроссовки. Я не дам тебе. Хочешь цветное? Что вам никогда не надоест есть в больших количествах? Я знаю, Фатя, что не надоест есть большое. Нет. Суша. Суши. Этот человек съел один раз 56 суши-роллов и через 3 часа позвонила мне и говорит: «Айка, я хочу еще». Она меня убила. На самом деле, я согласна, что мои бы видео не были бы настолько интересными, если бы судьба не связала меня с ней. Ой, как это мило. Вообще, благодаря ей я ем больше. То есть это... Как много вопросов, как много. Спасибо вам за такую активность. В последнее время в Инстаграме вообще у меня аудитория очень активная. Меня заспамили в Инстаграме. Я попросила там мне написать комментарий под последний фото. Там столько комментов, блин, это так приятно, что кто-то хочет тебе помочь. Смотрите, прямой в рот. Ты так берешь, вытаскиваешь и в рот. Было ли такое, что вы хотели перестать общаться навсегда? Мы с Фатей. Ой, мы с Фатей. Вы ездите на море? Ты была в этом году на море? Нет. Я вообще не хочу на море. Я хочу в какой-нибудь хороший аквапарк. Потому что море грязное, там много народу. В общем, не мое это море. Любите мороженое? Так, среднее. Какие у вас фамилии? Я Аскерва. Оттуда и Аскфатима. Название моего канала – это игра слов. Аскфатима, Фатима Аскерва или спросите Фатиму. Кем бы вы хотели быть, когда были маленькими? Я хотела быть миллионершей. Ответь, пожалуйста, делаешь ли ты рекламу? В последнее время у меня вообще проблемы с Инстаграмом. То есть я не могу никого отмечать, поэтому... Как вы познакомились? Через Ютубе. Да, познакомились мы в комментариях Ютуба. Знаете певицу Хану и как к ней относитесь? Симпатичная девушка. Я не слушаю ее песни. Как-то не натыкалась. Я слушал. На какой-то хит. Мне очень нравится песня «Мама, я влюбилась в него». Мне она нравится внешне. И красивая, и харизматичная, не знаю, мне очень импонирует. Кто вкусно готовит? Фатина мама и моя мама. Вот кто вкусно готовит. А мы вкусно едим. Я тоже умею готовить. Я знаю, что ты умеешь готовить. Цезарь, а я умею пирожки готовить. Кстати, надо какой-нибудь кукинг снять и показать вам наши способности. В общем, здесь вопросов очень-очень много. Спасибо, конечно, вам за активность. И мы будем чаще выкладывать посты в Инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы в следующий раз ваш вопрос прозвучал в нашем видео. Все ссылочки внизу. Да, обязательно также подписывайтесь на эту красавицу. И на эту красотку. А на этом все. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. К сожалению, все съесть нам не удалось. Но здесь вот, смотрите, половинка осталась. Это очень сладко, очень сытно. Я думала, что мы... В раз это все съедим. Да. Но если бы они были соленые, да, бы их съели. А что бы больше? Очень приторно сладко. Да, вкусно, но много, да, не съешь. Вкусно. Какой из этих четверых тебе больше всего понравился? Мне понравился вот этот и разноцветный ассорти. Это классика, карамель, а это ассорти.
А вы обязательно ставьте лайк. На этом все. С вами была Эмери и Асквасимон. Всем пока!